Всем привет! Хотели бы вы знать, как сделать процесс ношения масок более приятным и комфортным? Дам вам пару советов. Выберите свое любимое ароматерапевтическое масло, эфирное, желательно, очень высокого, хорошего качества. И если у вас нет любимого масла, вы можете, допустим, выбрать его по тем эмоциям, которые вы хотите испытывать на протяжении всего дня. Например, если вы хотите быть более позитивным, радостным, советую вам выбрать масло апельсина. Если вы хотите больше релаксации, больше расслабленности, советую вам выбрать масло лаванды или мяты. То есть самое главное, чтобы это масло было вам очень приятно, чтобы вы его любили, чтобы его аромат вам нравился. И когда вы выберете ваше любимое масло, то буквально пол капельки берете масло и капаете на обратную, на внутреннюю сторону вашей маски. И на протяжении всего дня вдыхаете этот аромат, потому что масла действуют на наши эмоции, на успокоение, на приобретение позитива. И это позволит вам на протяжении всего дня противостоять более легко, расслабленно и с более таким хорошим позитивом всем тем событиям, которые происходят вокруг вас. Желаю удачи!